До утра играть мы не будем, я хотел сказать. Я играю до утра. Нет, до утра я не играю. Мне уже надо ложиться спать, сейчас уже 12:10. И давно спокойно ночи малыши у меня начались. Мое время уже давно-давно пришло. Баиньки. Блин, я сейчас подохну. Я сейчас не смогу пройти. Ну, я не знаю, как с ним драться, у меня нет лечения с этим идиотом. Прикалываешься, что ли? Новая задача. За фонтаном? То я не знаю, как я его буду убивать. Да посмотри, сколько у меня жизни. Угораете, что ли? Ведь хоть лечилок. Ну, я не пройду там, я сейчас подохну. Надо ждать, пока прогорит. Тун-тюрин-тюрин. Мерзавец прямо у меня за спиной! А я и не слышал, как он подошел! Чем же убивать? Не знаю. Он сейчас камер на меня травит. Но это было неизбежно, вы видели, сколько у меня жизни. Просто 0,1. Вот один там. Так, подождите, мне еще заново опять куда-то ехать, лететь? А нет, все. С таким количеством жизни сами. А я думала, это мы за стеклом. Все так, как надо. Последний шанс, парень. Соглашайся прямо сейчас, и я оставлю этот хлам вам с немкой. Но если вернешься, восторг превратится в аквариум. Ты подумал, что ты очень умный. Черт, ты дал ему сбежать. Мне надо подумать. О, ну конечно. Подумай. Без проблем. Я думаю, сейчас не могу. Очень советую лучше обыскать труп. Какой труп? Какой еще труп? Вот это что ли? Наверное. Нашел систему управления костюмом. Да. Это первый шаг по превращению тебя в одного из мерзких больших папочек. Единственный способ пройти в ту дверь, через которую ушел Фонтейн, это заставить открыть ее для тебя одной из малышек. Они смогут тебе доверять только если на вид, на звук и даже на запах ты будешь как одно из этих вонючих чудовищ. Чем мне надо в скафандр залезть? В одно из этих вонючих чудовищ. Рю-рю-рю. Малышек потянет к тебе как пчел на лед. Тебе надо собрать 3 феромона, и тогда тебя будет так же мерзко нести, как от большого папочки. Да блин. А
кинуть туда гранату, выйти отсюда не могу. Блин, если здесь прибраться, здесь так уютно. Куда ты собрался? Сперва тебе нужно превратиться в большого папочку, а уж потом подзывать малышек. Хорошо, хорошо. Я не спорю. Вам виднее, как лучше. Нихера себе там. Хвалит. Я подумаю, потом буду убегать. Хотела расчистить себе дорожку. Какая ложь, величайшая из возможных. Какое издевательство над человечеством было худшим? Рабство. Ну твою пиздеж, простите, уже заколебал меня. На ночь глядя, закрою же варежку свою. Человек. Как там это слово там? Из какого-то мультфильма, по-моему, человек. Человек. Из-за. Наверное, Простоквашино. Там папа говорил, мальчика деда Федора. Елки. Зеленые палки. А ты что, не дохнешь? Это фонтан, что ли? Или это психопат еще? Нифига себе. Человек нету. Типичное поведение для вас. Так он что, вылечился, что ли? Ты кто такой? Они убегают! Ловите скорее! Больной! Я не хочу. Я тебя вскрою! Вскроешь меня? Что это за психопаты такие, а? Не врубаюсь, я вообще куда иду-то? Я же хотела папочкой большим стать вроде как. Или я уже передумала? Не знаю. Я не вижу стрелочку, не знаю, куда идти. Добро пожаловать. Ой! Welcome. Подождите, опять что ли запись куда делась-то? Так а почему? Мне вот что надо? Подождите, а как мне попасть в ту комнату, где нужно... У тебя большой расклад на руках, парень. Это я с другой стороны была, ведь, да? Как то? Она так быстро крутится. Типа надо пройти игру, что ли, да? Типа, да? А,
где это растут, наверное. Что здесь будет такого интересного? Я готова бегать с ним, мистер Би. Какие-то заначечки. Чудо генетики. Ну и все. На первом этаже, что ли, болтает? Все вроде, да? Со собирателей. Машине здоровья. Подождите, это не кот ломится в комнату? Нет, кот у меня здесь спит. Синист уже, я это же покупала. Рэй насекомых, вот это круто. Подождите. Ну так и все, да. Патрончики можно? Сейчас я буду вонять, как папочка. Отыщи части костюма. Веди малышек. Части костюма. Фонтейн скрылся на тренировочном полигоне больших папочек. Вам самому придется стать большим папочкой, чтобы достигнуть цели. Смотрите. Соседние... лаборатория. Все обыскать. Инфекция. Взломать. Он теперь на нашей стороне. Папочка теперь на нашей стороне. Ладно, я сбросил запись, чтобы добро не попало. В общем, все как обычно. Сколько мы раз такое слышали, да, ребят? Нам, наверное, не надо его трогать. Ух ты. Последняя новинка серии «Радость хакера». Сапоги. Сапоги вон от того ходячего отпилить можно. Я буду за нее драться. Я найду. Ой.
Сапоги не нашла, что-то мне не особо это костюм защищает. Послушайте ложь Атласа и Хорзика. Восторг на подъеме. На подъеме. Давай, друга, иди сюда. Здесь ты найдешь голосовой ящик. Он, чтобы твой голос стал как у большого папочки. Отвратительные создания. Ты такой же, как мой папа, мистер. Нет, если ты не приходишь к нам. В смысле? Блин. А вот телекинез, да-да-да-да. Не беги! Убью! Готово? Так, давай с тобой разойдемся. Нам нужно найти ноги. Для костюмчика. Так, мы тут были уже. Отлично. Чуть-чуть подлечились. Дайте сохраниться отсюда. Что-то я разыгрался вообще. Во сколько спать-то ложиться будем с вами? Вообще с ума сошла. Ладно, давайте ищем ноги. Мистер Рубни. Соседи лаборатории, надо еще одну лабораторию осмотреть. Рядышком. Граната. Однозначно граната. Тут ты найдешь костюм. Ну я его и ищу. Ну посмотри на себя. Выглядишь совсем как они, да. Что мы сделали? Что сделали? А теперь сапоги. Там очень страшный психо-доктор. Не будь другом. Доктор-псих. Доктор-псих. Ну все, успокойся, твоя песенка спета, поэтому ты нагнетаешь. Скорее всего, я научу тебя танцевать. Покойся с миром, дружок. Дружочек. Управление использовать. Фонтейн жуткий тип, но Рэнж мод и дешевка. Защитный костюм нельзя использовать еще раз. Взять человека шкуру.
Чё-то я так завтра никуда идти не хочу. Не поверить мне. Да. С каким? С этим? С одного выстрела, да? Кого? Чё так далеко начинаем? На тебе запрос! Напоминаю, всем нам нужно оплачивать штраф. И искушение нарушить комендантский час, чтобы добыть еще немного адама, простительно. Но само нарушение непростительно. Соблюдайте правила и будьте счастливы. Не помрите. Преждевременно. Хорош трындеть уже в самом деле. Ты притомил уже нас. Паразиты ненавидят три вещи. Свободный рынок, свободную волю и свободный я забыла. Столько раз мы сейчас с вами поднимались в лаборатории, прикиньте, с головы прям вылетела. По-моему, где-то здесь мы с вами поднимались. Или здесь мы зашли. Где ты? Странное существо. Могу только порадоваться, что я далеко от тебя и от этой ужасной вони. И почему малышек так тянет на запах? Это за пределами моего понимания. Что-то облепили меня со всех сторон. Таких психопатов звучит очень зловеще. Объяснить не могу, просто знаю и все. Фонтейн говорит, ну одной спальней в сиротском приюте будет меньше. Просто поразительно, как адам влияет на их маленькие тельца. Их клетки замещаются стволовыми при малейшем повреждении.
Эти дети практически неуязвимы. Жаль, что нельзя сделать то же самое со взрослыми. Какой спрос был бы на неубиваемых людей? Хорошо, одевайся. Улыбайся. И что еще он сказал? То, что люди советуют, да? Для счастливой жизни, оптимисты. Аля, оптимисты. Тяжелый такой. Звуки противные. Патроны. Я зато хотела. Разберите его, мистер Би! Разберите его! Теперь вообще что-нибудь не используют вон на Е. Проверочка. Нет, ничего не надо. Да. Всякие собиралки. Что тут мелькает еще? Да ладно, инъекции Е у нас полно, что даже собрать не разрешают. Папа сушен! Пожалуйста! Я не хочу! Ваши враги пытаются запереть то, что принадлежит вам по праву. Не позвольте им лишить вас заработанного тяжким трудом. Верните свое имущество с помощью Медвежатника 2. Опыт, что... А, сейвы взламывать. Еще на стол! Сапоги, но я уже сколько ищу эти сапоги. Закройте дверь, быстрее! Я поклялся не причинять вреда. Разберите его, мистер Би! Тихо!
Чего? Когда? Откуда и куда? Невидимый, что ли? Не пойму. А? Блин, там эта турель. Это было чревато последствиями. Геноцид? Диктатура? Что такое, Мэри? Неважно выглядишь. Голова кружится, подташнивает от времена и то, что на самом деле... Попалась, дедочка. Нет! Лаборатория. А тебе? Кто же она? Время спать, ангелочек. Откуда доносится это? Да ладно. Ты делаешь на большей силе не здесь ты никто и ничто. Да, я могу подождать. Я уже столько ждал. Вернись, пожалуйста. Нет уж. Не вернусь. Никому ты тут! Я хочу поговорить! Просто поговорить? Ну ладно. Ну тогда... Ладно. Ты где? Я иду искать. Ну вот. Это уже другой сумасшедший. Я не хочу пути! Бывает и такое. Завтра так рано просыпаться. Кому еще пожаловаться?